«Петь душой» призывают со сцены Дворца культуры имени 1 мая. Старт отбора конкурсных номеров объявили организаторы областного фестиваля романсов «Гори, гори, моя звезда». Главное требование – искренняя любовь к музыке и опыт сценических выступлений. Этот жанр сейчас не так охвачен, как когда-то был. И много очень хороших исполнителей, которые не имеют возможности самовыразиться и представить где-то свои номера. Мы предлагаем такую возможность. В конкурсной программе прозвучат известные русские, цыганские, народные, классические, современные, а также авторские романсы в исполнении лучших творческих коллективов, вокальных студий и отдельных исполнителей Ульяновска и области. Люблю сочинять. Я постоянно, когда приезжаю на романс или на какой-то концерт в ДК 1 мая, я обязательно свои стихи какие-нибудь сочиняю на них. В этом году музыка вне времени прозвучит с экранов мониторов и мобильных устройств. Фестиваль пройдет онлайн. Запись творческих номеров необходимо прислать на электронную почту Дворца культуры до 10 января включительно. Тройку победителей определит народное жюри в социальных сетях ДК.